Якутяне вскоре смогут добираться до Москвы и Санкт-Петербурга из столицы региона. Авиабилеты по льготному тарифу запустят для россиян с дальневосточной пропиской. Росавиация получит на эти цели 490 миллионов рублей. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, председатель правительства России. Об этом на инстаграм-странице сообщил Айсен Николаев, глава Якутии. Ильдархан уточнил, на этой неделе Росавиация подпишет соглашение и с авиакомпаниями «Алроса» и «Якутия». И с этого момента билеты поступят в продажу. Напомним, до 31 декабря этого года для жителей Дальневосточного федерального округа, в частности Алмазного региона, авиакомпания «Алроса» продает льготные билеты по направлениям Мирный Москва, Полярный Москва и в обратном направлении.